Всем привет! К нам приехала новая подкладочная ткань. Отличная подкладка для пиджаков, также пальто или курток, а также комбинезонов. Есть очень интересные принты, так что давайте посмотрим. Первый у нас пример вот такой вот на сером фоне, смайлики. С изнанки здесь более темный фон. Подкладка сама по себе очень плотная. Вот немножко мнется, в составе есть вискоза, она совершенно не просвечивает и очень мягкая, комфортная для вашего изделия будет. Интересные смайлики. Так, следующий принт у нас вот такой вот леопардовый, тигровый, леопардовый больше. Сама подкладка более жесткая и она шуршащая. Немного похоже на плащевку, вот, но она не просвечивает и тоже отлично будет смотреться в каких-нибудь куртках или пальто. Вот еще у нас есть вот такая, это бордовый фон, тут как будто город нарисован, очень красивая. Корректные оттенки смотрите лучше на сайте, потому что на видео не очень хорошо все передается. Эта подкладка, она одинаковая с двух сторон, тоже мягкая довольно, хорошая, пластичная и подойдет для пошива в пиджак, а также в пальто или куртку. Вот такая, такой же принт, как и на бордовом, только вот такое белое золото как будто. Шикардовая подкладка, она одинаковая с двух сторон, но все-таки есть лицо и изнанка. Посмотрите по буквам. Очень мягенькая и пластичная. Также смотрите, какой вот это очень красивый бронзовый оттенок. И здесь изображена карта. Карта мира. Вот так вот у нее будет. Правильно смотреть. Невероятно красивая. Переливается. Изнанка у нее вот такая более темная. И лицо. Очень дорого смотрится и отлично будет, невероятно красиво в пиджаках. Вот, имейте в виду. Потом тоже очень красивая вот такая золотистого оттенка. Это соты. Мягкая, пластичная и не просвечивает. Плотная, в меру плотная. Прекрасная для пиджаков и для верхней одежды. Одинаковая с двух сторон. Также есть черного цвета вот такие буквы. Здесь тоже отличимая изнанка и лицо по буковкам. Сам по себе как будто вышивка. Ну, это вышитые, да, буковки. Угу. Очень красивая. И вот хорошо, хорошо она вот так вот драпируется. Будет в ней очень комфортно. Для любителей математики и арифметики вот такая с формулами на бордовом. Классная подкладка, очень интересно смотрится и как раз хорошо будет сочетаться с любыми мужскими тканями темными. Изнанка у нее вот такая вот просто бордовая. Уже она довольно хорошо вот так вот драпируется, мягкая, очень мягкая, не просвечивает. Также из однотонов приехали к нам вот такой вот черный цвет, мягкая, красивая очень подкладка и имеет такой глянцевый блеск сатиновый с лицевой стороны. Вот, также есть здесь такая вот яркая васильковая, цвет немножко отличается вживую, он темнее. Изнанка тут просто такая будет гладкая, а лицо очень красивое и дорогое, глянцевое, сатиновое. И очень красивый вот этот оттенок, это фиолетовый, такой сиренево-фиолетовый. Угу. Красиво тоже вот так вот она драпируется, но образует такие формодержащие складочки. Так, еще у нас из новиночек вот такая сетка. То есть это подкладка, тоже подкладочная ткань для купальников. Она отлично подойдет для внутренней части купальника под бифлекс. Она совсем немножко тянется по ширине.
чуть-чуть, а в длину не тянется совершенно. То есть это как трикотажная подкладка, но для купальников. Она довольно мягкая, не жесткая, и тоже будет довольно комфортно в ней. Быстро сохнет. Также из новеньких у нас вот такие трикотажные, ой, не трикотажные, а платьяные подкладки. Они тоненькие, они тоньше, чем те, которые я показывала ранее. Немного могут просвечивать, но очень-очень комфортная, нежная и как будто бархатистая у нее поверхность. Отлично будет для платьев или для костюмов. Ну, можно даже и на подкладку в пиджак. Есть красный красивый очень оттенок, черный и вот такой вот бирюзовый. Так, сейчас покажу. Такой бирюзовый. Невероятно мягкая. Очень приятная тактильно. И напоследок. Напоследок классный очень принт. Вот такие черепа. Смотрите, на хаке, на фоне хаки. Очень необычная. Она совершенно не просвечивает. Одновременно мягкая. Не шуршит, а очень нежная. Это тоже считается платьяной подкладкой. Но на пиджаках будет просто невероятно стильно смотреться. Так что имейте в виду. Приходите в наши магазины, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.